Потом Куржит Паша приказал меховщикам содрать кожу с этой головы, и они в эту кожу меховщики набивали хлопок и сено, чтобы выглядели как настоящие головы. Такие головы Куржит Паша направил в султан, как трофей. К сожалению, это не было довольно для него, и он приказал стройку башни от черепов погибших солдатов. Он хотел создать башню именно на этом месте, а не на Чигре, потому что он хотел, чтобы много людей увидело эту башню.